SSC Тотара. Макс Алит отпала. Бензин чистый, как вода Ниагара. Летит сквозь дым перегара. Блять, кому грузвоните? Пиздец. Вот я, блин, сбросил, он опять позвонил, я ей сказал, кому звонишь, блин? Дура, блядь. Ёбаный в рот. Сбрасывай нахрен все. Вы кто? Зачем вы сюда звоните? Пиздец, да не... блядь. Вот нахера, блядь, сюда звонить? Просто сбрасывай и все. Видите, тоже номер сбрасывай, не отвечай. Вот нахуя вы сюда, блядь, звоните, ёбаный рот, не понимаю. А, блядь. Людей не понимаю вообще. Ну, нахрен. Я ни за кого не отвечаю, но по большей части мне тупо на беззвучный телефон. Кому надо, я перезваниваю. Кому не надо, вижу незнакомый номер, думаю, ну, блядь, сейчас. Очередь в Яндекс, забиваю его и дело с концом. Смотри, что кто это или что это. Баба, блядь, какая-то, блядь. А номер какой? Номер узкий. На 31 звонит. Окончается. А. А, такое. Баба, блядь, а начинается как? Я хуй знает. Ладно. Баба, блядь, звонит нахуй. Я, блядь, говорю, вы нахера сюда звоните? А чё он там говорит? А, вы кто такой? А вот нахера вы сюда звоните, блядь? У меня вопрос, блядь. Без комментариев нафиг. Вы нахера сюда звоните? Вот вопрос, блядь, такой нахуй. Пиздец, блядь. Люди пошли. Нахера сюда звонить-то, ёбаный рот. Сука. А еще на блокировку тут номер, блядь. Заблокирую, блядь, чтоб не звонили нахуй. Ладно, как сказать. Я заблокирую его. Да нужно забить его. Я спустя свой такой, я так вот. Это баба была какая-то, блядь. Я так и спросил, а вы кто? Конь пальто сказала, блядь. Пиздец, нахуй. Сука, блядь. Чё за дебилизм, нахуй? Представляться надо. Я сейчас в шоке, не знаю, что говорить. Охуительно, блядь, нас. Живут, блядь, люди, нахуй. Нечем заняться, что ли, блядь. Звонят, сука, по чужим номерам, блядь. Заняться, блядь, нечем, что ли. По чужим, блядь, номерам звонить каждый раз. Ну, ну два раза еще, три типа, блядь. Дура, блядь.
Да больше нет, конечно. Я уже забыл. А, вот, добавим черный список. Да. Все. Больше она меня не побеспокоит. Черный список ее добавил. Правильно. Я им сказал, тут это конкурс. Нихуя себе. Да. Ну и жесть. Кстати, есть Е46 Бэха. Готов поспорить, что она в игре там есть. Тут 2000 год, тогда Бэха как раз начал выпускаться с завода. Ну пофигу, физика, это хорошо, и поведение автоматайсы. Стали более реалистичные поведения и погодные условия. Если тачки там будут себя вести нормально, это уже другой разговор. Они будут себя вести так же, как в той, в первой части будет полный, я не знаю. Как, собственно, угнать этого чувака не было. Так смотрю, что погода хвалит.
Ну шел бы. Thank you.
Чё? Что так шевчаю? Не могу догнать. Нейка. Опять не ушло. Угу. Извините. Это у меня уже не первый раз. Звонит такой, блядь, идиот. Ладно, одного же было заляпал подставку, помню. Такое. Да. Не понимаю, как так можно, блядь, набирать номер и набрать неправильно. Thank you.
Денвер? Насколько завтра к нему появится. Посмотрим. Ладно, подумаем тогда. Да, давай, пока. Ой.